Так, ну и, наверное, третье видео за один день. Простоял он у нас всю зиму с осени, с октября. Не заводили ничего. Сейчас он тащит аккумулятор. Попробуем Т25 завести для профилактики. Навеска не затянута. Я кто-то ее вкорячил. По-моему, она не отсюда и сюда она не вылазила. Да, кверх ногами еще. Так. Так, так, так. Цилиндр весь, блядь. Надо убрать его, он уже весь с ржавчиной пошел. Что, пробуй? Подкачай. Он же там кнопку вывел, да? Да, вроде. Почти масла не было, но вообще. Хуёво, да? Ну, а я... Может, гонит, я уже не помню, что он. Целый? Заводи, он так целый хрипит. Сколько зимой его вообще не заводили, да? Выжимай, чего ты хочешь? Включи масло. Кнопка где? Давай, давай. Все? Давай. Редуктор намного. Сейчас заведем. Не хочу мазаться. Но делается это вот так. Давай! Газуй! Газу! Тут ни хрена не дымит. Надо цилиндр убрать. Там по этот есть рычаг. О, в среднюю.
Там стоит Р-80, распределитель на 3 секции поставили. Они абсолютно одинаковые, все встают, все как положено. Единственное, что рычаги надо как бы. И педали тормоза чуть можно поменьше сделать, тогда будет все нормально. Да что ты, глуши его, нахер он нужен. Ну ты давай, да, до леса на 6 и обратно. Задом. А, он масло гнал с этого шланга. И глушитель, там прокладку надо. А так, конь боевой. И косил он нам на 1.65 в Вироксе. И греб